Всем привет, с вами Ростиксон. Узнаем о ставках на блокчейне и разберемся, что такое DeFi, концепция рынка предиктов на основе протокола полярных токенов. Так, а попонятнее сейчас расскажу. В общем, есть две команды, черные и белые, и два токена. Когда первый токен растет, второй токен падает, но их совокупное обеспечение остается неизменным. А что, собственно, двигает эти монеты туда-сюда? На это влияют события, в котором мы можем участвовать. Предикты курса криптовалют, спортивные мероприятия. Каждый день десятки разных ставок, из-за чего имеется огромная волатильность. Ну, то есть, если изменяются шансы на победу одной команды, например, они забили гол, то и меняется курс токенов. А такие события происходят довольно часто. Из-за этого и такая волатильность. История учителя жизни. Посмотрим вкладку Events. Тут у нас есть история событий, их исходы и как эти исходы отразились на курсах монет. И Events List. Таблица предстоящих событий, где мы можем найти для себя что-нибудь интересное. Самое интересное и популярное показано сверху в красивом блоке, где мы можем нажать кнопочку Go to Trade. Ну что, погнали? На основной странице Trade and Prediction мы можем видеть актуальное событие. Вот сейчас, например, идет матч между Toronto Raptors и Boston Celtics. Больше всего людей поставили на Toronto Raptors. Цифры вокруг актуальной стоимости токенов показывают, что будет с ценой токена этой команды в разных случаях. Например, если Boston Celtic победит, то Black Token будет стоить 0,49 USDT. Обменивать ваши White и Black токены мы можем в сети Binance Smart Chain, например, на BUSD. Поэтому очень легко вводить и выводить. Все для нас, так сказать. Слева у нас страница с событием, лайв-трансляция, если проходят какие-то события, категория мероприятия и актуальная цена токенов для трейд-пула. Кстати, у нас есть два пула. Prediction, тот, который закрывается, когда событие уже началось, с фиксированной ценой, безлимитной ликвидностью и нет проскальзывания. Здесь мы, собственно, вкидываем и выводим наши средства. Обмениваем BUSD на White или Black токены. Слева мы видим, сколько мы получим минимальное, насколько забит пул. Цены в лайв режиме, то есть цены трейд пула на White и Black токены. И трейд пул, так сказать, для трейдеров, которые активны всегда. Здесь уже ликвидность у нас не бесконечная. Мы, кстати, тоже можем стать тем, кто предоставляет ликвидность, если хотим на этом зарабатывать. Это все можно сделать во вкладке Earn. Тут мы можем обменивать черные и белые токены. Ну, допустим, видим, что мы ошиблись, и ставка не зайдет. Вы меняете на фаворита, а вдруг те, за которых вы ставили в самом начале, вырываются вперед, и вы опять можете потерять на этом. Так что аккуратней с этим. Справа у нас есть текущие ивенты, можем глянуть, что происходит вообще с платформой, еженедельные новости, ну и все такое. Справа у нас, опять же, event list, который мы уже видели. Тут можно посмотреть каждый матч досконально. При взаимодействии с трейд-пулом слева мы видим price impact, комиссию, которую нужно заплатить таким же, как мы, людям, которые эту ликвидность нам предоставляют. Если вы хотите, то можно и проскальзывание отредактировать. Ну, это если у вас не получается свапнуть. Постепенно увеличивайте по 2-3%, пока не дойдете до желаемого результата.